Обновленный Комсомольский пруд начал работу в новом режиме. Купальный сезон в самом разгаре. Он продлится до 15 сентября. За это время ставропольцы должны попробовать все водные развлечения. Недавно на пруд привезли 8 четырехместных катамаранов, байдарки и лодки. Пробовали ли на каких-то водных каруселях кататься? Я не пробовала, но знакомые брали в прокат катамаран. Всей семьей остались очень довольны. Особенно дети. Пляжная зона оборудована почти 300 лежаков, а также деревянными навесами. И как на настоящем побережье, здесь вы найдете ларьки с блинами, пиццей и мороженым. Поэтому голодными вы точно не останетесь. Но не стоит забывать и о фигуре. С самого начала Комсомольский пруд был любимой площадкой для спортсменов. А теперь тренажеров стало еще больше. Удобные спортивные площадки, специальные беговые тропинки. Можно приводить свое тело в порядок с комфортом. То есть на Комсомольском пруду организовано у нас 3 площадки спортивных больших для проведения пляжного футбола, остальных пляжных видов спорта, волейбольная площадка, площадка для занятий стритболом. Также установлены по периметру пруда 4 воркаут-площадки, 2 детских городка. Отдых с детьми теперь тоже пройдет на ура, так как на Комсомольском пруду помимо детских городков появился специальный детский пляж. Семьи отмечают, что с детьми отдыхать стало намного приятнее и удобнее. Все так организовано хорошо, именно для деток. Вот отдых такой, как прудик сделан, отлично все, все загорожено, детки за буйки не выплывут, то есть очень нравится. По сравнению с тем, что было раньше, это, конечно, можно сказать, что вау, потому что теперь здесь есть место для отдыха с ребенком, куда можно прийти, ему очень здесь, в принципе, нравится, поиграться, покататься на горке, поплескаться в воде, ну, в принципе, очень здорово. Я была здесь 1,5 года назад с внуками, внучке маленькой было 0,5 года. Было хорошо, но сейчас просто супер. Получаем удовольствие и спасибо нашим властям за то, что они облагородили, сделали очень много для наших внуков, детей. Просто огромный поклон. Помимо развлечений, горожанам обеспечены спокойствие и безопасный отдых. Все это благодаря пунктам охраны, установленным на территории озера. С целью обеспечения безопасности Комсомольского озера на нем установлены 2 пункта охраны, которые действуют в круглосуточном режиме. То есть порядка 10-12 сотрудников вневедомственной охраны патрулируют территорию озера. Кроме того, в выходные дни здесь также присутствуют сотрудники полиции, казачества с целью обеспечения безопасности для всех отдыхающих. Комсак, как называют его ставропольцы, теперь подходит как для активной молодежи, так и для спокойного семейного отдыха. Здесь каждый может комфортно отдохнуть и найти развлечения по духу. Начиная от обычного купания и заканчивая активными играми, прокатом водных аттракционов или занятиями спортом. Кристина Бородюк, Вячеслав Юшкевич, АТВ «Ставрополь».